Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! В этом видео я хочу с вами поделиться своим любимым методом вязания кардигана с классическим регланом сверху, с треугольной горловиной и одноцельной планкой. И кардиган назвала Софья номер 2, потому что с этим методом одноцельной планкой и именно с этими узорами у меня связана кофточка Софья номер 1. И на канале есть мастер-класс вязания этой кофточки. Если в этом мастер-классе что-то вам будет непонятно при расчетах, можете заходить на тот мастер-класс вязания Софья номер 1. И там я подробно все объясняю и подробно покажу на практике. Этот метод, друзья, уникален своей простотой и удобством вязания. Начинаем со спинной части горловины, вот отсюда. И потом одноцельно вяжем планки и остальные части кардигана. И самое главное, вяжем кардиган без единого шва. И еще с этим методом, друзья, можно вязать с другими видами реглана. Здесь вот у меня классический реглан. А еще можно вязать, который мы часто вяжем, с реглан-погоном. Со смещенным регланом. Получится очень красиво и очень интересно. У меня в плане есть, в будущем тоже сделаю для вас мастер-класс с таким вариантом вязания с реглан-погоном. Насчет узора, друзья. Полочки связаны с такими узорами. Этот узор из коллекции японского дизайнера Хитоми Шида. Какой номер узор, с какой книги. У меня написано на схеме узора, который я вам даю. Еще узор на рукаве, друзья. В комплекте с этим узором. И эти узоры вяжутся на нечетных рядах. А четные ряды вяжутся по рисунку. На полочках изнаночной стороне добавленные накиды вяжутся изнаночными петлями, на рукаве лицевыми петлями, потому что на рукавах вязание идет по кругу. Теперь, друзья, как можно увеличить или уменьшить размер кардигана? Это вы спокойно можете осуществить насчет
Удлинение или укорочение регланной линии. Когда удлините регланную линию и добавите больше петель в области подреза, у вас размер увеличится, какой именно вы хотите. Наоборот, значит, у вас размер уменьшится. А чтобы уменьшить глубину горловины, друзья, тогда тоже вам придется укорочить эту линию, и вы будете добавлять здесь петли более чаще, и у вас готова будет треугольность горловины в более высшем месте. И, конечно, первую петельку для пуговицы вы будете оформлять чуть выше. А если хотите углубить ваш вырез горловины, тогда, конечно, вы будете здесь добавление петель в более удаленном виде, сделаете расчеты, и, соответственно, у вас будет углубляться вырез горловины. И, конечно, соответственно, первую петельку вы будете открывать на том месте. С этим методом, друзья, можно вязать кардиган и для мужчин, и для детей. Только не забудьте, друзья, когда вы открываете петельку для пуговицы, для мужчин вам нужно будет открыть на левой стороне планки. Пойдемте вязать. Друзья, при вязании кардигана Софья 2 получится у нас вот такая схема вязания. Эти цифры, как появляются, как делаются расчеты, откуда, что, чего, все я вам по ходу вязания на практике покажу. И эта схема будет вам более понятна. Начинаем вязание вот отсюда. На правую сторону вяжем планку. 38 рядов, на левую сторону 38 рядов. А потом мы здесь по краю этой планки будем поднять 55 петель. И эти 55 петель будем разделять на регланные линии, на рукава и на спинной части. Потом дальше идет у нас вязание поворотными рядами, оформляя регланные линии на лицевой стороне. И образуя наши спинной части, рукава и полочки. Потом мы будем оформлять треугольную форму переда. И здесь оформляем горловину, провязая 20 рядов, здесь без добавления. А потом уже начинается у нас добавление с этого края планки по переду. И будем добавлять по одной петле на каждую четвертом ряду через каждые 3 ряда. И таким образом мы будем добавлять по 8 петель. Когда только закончим добавление, у нас закончится оформление горловины по переду. И по ходу регланной линии у нас добавится по 26 петель. И на новом ряду отделяем петли рукава, добавляем петли подреза по 8 петель и сразу здесь начнем оформлять узор по переду. И здесь обязательно откроем первую петельку для пуговки. Будем набирать 10 петель. И будем провязывать 38 рядов на правую сторону. И это начало вязания начнем другой расцветкой пряжи.
И здесь 38 рядов провяжем платочной вязкой. Вот закончили правую сторону, друзья. Мы закончили вот эту часть. Теперь будем провязывать левую часть. Здесь мы отрезаем нить. Когда поворачиваете вот так, здесь видно головки петли. Эти головки петли поднимаем и проводим на спицу. Вязание начнем с этого края. Здесь тоже провяжем 38 рядов. Вот, друзья, закончили и левую сторону. Вот это у нас лицевая сторона, изнаночная сторона. Рабочая нить у нас здесь. Будем набирать петли. Провяжем планку платочной вязкой. Отделяем с маркировкой. Начнем набирать петли. Когда край посмотрите, образуются косички. И с этой косички мы поднимем петли. Эти косички, обе стенки поднимаем и набираем петлю, лицевую петлю. Две набирали, добавим одну накид. Раз, два, добавим накид. Вот доходим до центра. И здесь посчитаем. В нашем случае, друзья, вот здесь мы должны набирать 55 петель всего. Будет одна в центре. С этой стороны мы должны набирать 27 петель. С этой стороны 27 петель. И всего у нас будет 55 петель. Посчитаем. 27. В центре одна петля. И с этой стороны тоже будем поднимать 27 петель. Здесь тоже поставим маркировку. И дальше пойдут у нас петли планки. Их вяжем платочной вязкой. Поворачиваем нашу работу, друзья, на изнаночной стороне. Петли планки провяжем лицевыми петлями, а остальные все петли провяжем изнаночными петлями. Накиды провяжем изнаночными скрещенными петлями, чтобы здесь дырочки не образовалось. Петли планки лицевыми петлями.
поворачиваем нашу работу. Вот, друзья, опять мы на лицевой стороне. Теперь, друзья, эти 55 петель будем разделять по частям кофточки. Это разделяется на регланной линии 1 петля, 13 петель для рукава, 1 регланная линия. Для спинки посчитаем 25 петель. Потом опять у нас пойдут регланные линии, 1 петля, 13 петель для правого рукава. И 1 петля у нас будет для регланной линии. Вот таким образом, друзья, будем распределять петли по частям кофточки. Заодно ставим маркировки перед каждой регланной линией. И сразу здесь начнем оформлять регланные линии. После маркировки первая петля будет регланная петля. И здесь начнем оформлять регланную линию. Берем накид и ставим маркировку. После этой маркировки, значит, у нас регланная петля. После регланной петли опять берем накид. Посчитаем 13 петель для левого рукава. Берем накид. Отделяем маркировкой регланную петлю, регланная петля, берем накид. Теперь посчитаем 25 петель для спинки. Берем накид, отделяем маркировкой регланную петлю, регланная петля, накид. Посчитаем 13 петель для правого рукава. Берем накид, ставим маркировку, регланная петля и накид. Пойдут петли планки. Поворачиваем нашу работу. На изнаночной стороне, друзья, петли планки вяжете лицевыми петлями, а все остальные петли и накиды возле реглана вяжете изнаночными петлями. Теперь мы должны по ходу вязания оформлять передние полочки. И обязательно мы должны здесь оформлять треугольную форму горловины. Для этого мы должны сперва определить, какую глубину горловины мы хотим. В моем случае глубина горловины по переду должна быть 20 сантиметров. Чтобы вязать 20 сантиметров глубины, нам нужно 52 рядов провязать. Из этих 52 рядов 20 рядов вяжем здесь без добавления. Мы будем поворотными рядами на лицевой стороне, обратно изнаночной стороне провязать. На лицевой стороне оформлять регланные линии. И мы с вами увидимся, когда здесь будем провязать 20 рядов. Когда будет 20 рядов, между желтыми и красными маркировками появится 10 петель. Связали 20 рядов. Теперь, друзья, полочки на центральную сторону будем расширять с обеих сторон. Мы сейчас находимся вот здесь. Мы должны еще вязать 32 рядов. И будем добавлять по 8 петель. Эти петли будем добавлять по одной петле на каждом четвертом ряду.
И это как мы добавляем, сейчас я вам на практике покажу. Планки, как всегда, лицевыми петлями. После маркировки добавим накид и продолжим наше вязание. Остальная часть кардигана вяжется, как всегда. И мы с вами увидимся перед правой планке, вот здесь. И до маркировки здесь тоже добавим накид и петли планки. Поворачиваем нашу работу. Мы на изнаночной стороне. А это накид вяжем изнаночной скрещенной петлей. Вяжем скрещенной, чтобы здесь не было дырочка. И остальные петли, как вязать, вы знаете. Вот, дошли до накида. Этот накид тоже вяжем изнаночной скрещенной петлей. Петли планки лицевыми петлями. Мы опять на лицевой стороне. На этом ряду здесь мы не добавляем петли, потому что добавление у нас идет каждая через 3 ряда. Вяжем до конца ряда. На изнаночной стороне, как вязать, вы знаете. На лицевой стороне мы с вами увидимся. Опять мы на лицевой стороне. Теперь на этом ряду здесь опять добавим петлю. После маркировки накид и продолжим вязание. Доходим до этой планки. Здесь тоже перед черной маркировкой добавим накид. Вот таким образом, друзья, добавили по 2 петли. Еще остается добавлять по 6 петель. Продолжите вязание самостоятельно. И мы с вами увидимся, когда будем добавлять 8-ю петлю, и после этого провяжем еще 3 ряда. Друзья, схематично мы сейчас находимся вот здесь. И по регланной линии у нас добавилось по 26 петель. Теперь, друзья, начинаем новый ряд на лицевой стороне. И на этом ряду начнем оформлять узор по переду. Для регланной линии достаточно добавления по 26 петель. И будем отделять петли рукава. Будем добавлять петли в подрезе. В подрезе я планирую добавлять по 8 петель. Это мы на схематично тоже отмечаем. А узор по переду, друзья, будем начинать после планки, после 7 петель. Раппорт узора у нас состоит 21 петель. Я вам сейчас покажу, как все эти манипуляции будем делать на практике. Вяжем петли планки. Посчитаем 7 петель. И начнем наш узор. 3 изнаночные. Начинается основной узор. 2 изнаночные. Накид. 3 петли вместе с наклоном вправо. Для этого сперва переправим петельки. 2 лицевые.
Накид – изнаночная. Накид – 2 лицевые. 3 петли вместе с наклоном влево. Накид – 5 изнаночные петли. Закончили первый ряд узора. Вяжем до регланной линии. Регланная петля будет добавлена полочкам. И теперь будем отделять петли рукава до следующей регланной линии. Эту регланную петлю добавляем на спинку. В подрезе будем добавлять 8 петель. Для этого, друзья, я всегда использую свой любимый метод. С другой расцветки нити будем набирать простым путем 8 петель. И эти петли будем провязывать. Присоединим петли спинки. Регланную петлю добавляем на спинку. Петли рукава будем отделять, как я сейчас вам показала. Регланная петля останется на полочке. Друзья, вот здесь тоже мы должны начать узор. После петли планки посчитаем 7 петель для лицевых петель, а потом 21 петель для раппорта узора. Всего здесь мы посчитаем 28 петель. Потом начнем узор. Через 4 петли мы начнем узор. Теперь, друзья, еще одну вещь. Мы здесь откроем первую петлю для пуговки. Для женщин на правой планке. Если вы вяжете для мужчин, на левой планке. Провяжем 4 петли планки, потом берем накид и 5-6 петлю провяжем вместе. Продолжим наше вязание. Теперь будем вязать тело кардигана поворотными рядами. Вот, друзья. Закончили тело кардигана. Начнем вязать рукава. Я без вас вязала правый рукава. Теперь я вам покажу, как мы начнем вязать рукав. Все петли рукава переводим на спицу. В области подреза тоже добавляются петли.
Помните, в области подреза мы добавляли 8 петель. Когда поворачиваем, вот здесь видно головки эти петли. И эти петли поднимаем и переводим на спицу. И когда добавляем петли для рукава, здесь всегда получается одна петля больше. И здесь мы добавим 9 петель. Из 9 петель 4 петли будет спинная сторона, 4 петли будет передняя сторона, и в центральной части 1 петля у нас будет нижняя линия рукава. После маркировки 5 петля у нас будет нижняя линия рукава. Вот здесь подкрепим рабочую нить. Начинаем первый ряд. Между петлями подреза и рукава обязательно будет вот такое большое расстояние. Чтобы здесь при вязании образовалась дырочка, мы здесь добавим обязательно одну петлю. Верхнюю часть рукава я всегда оставляю заметочку. Чтобы сопоставить обе рукава. Вот здесь тоже переход. Добавим одну петлю. Провязали петли рукава один ряд. Теперь начинается отсюда новый ряд, второй ряд вязания. И когда будем сужить рукава, мы будем сокращать петли возле этой линии. Вот эта петля, нижняя линия рукава. По этой линии с обеих сторон будем сокращать по одной петле. Я сократила петли каждый через 5 рядов. Будем сокращать петли до узора. Сокращено здесь 12 раз и сокращается всего 24 петли. И в рукаве осталось 52 петли. И здесь у меня помещается 4 раппорта узора. И еще здесь по нижней линии остаются лишние 4 петли. И еще обратите внимание, друзья, когда будете начинать узор, сделайте расчеты на размер длина рукава. Когда у вас останется кончить рукава 13 сантиметров, вы начнете узор.